В общем, есть у стабилизатора небольшой глюк на этой версии ПО, и я вам сейчас его продемонстрирую. Если включить не постоянную нагрузку, а нагрузку, которая изменяется, например, семистором, есть у него такая паяльная станция LK702, вот при включении фена у стабилизатора возникают небольшие проблемы. Если при этом параллельно включить обычную лампу накаливания, она начинает мигать. На глаз это, конечно, ужасно, просто ужасно, но ничего с этим, к сожалению, не поделать. Сейчас я вам продемонстрирую, что происходит в этот момент. Так, включаем фен и снимаем его с подставки. Начал гудеть, и видим, что происходит в этот момент. Сейчас я положу назад, давайте в одиночный режим посмотрим. Вот, в общем, как-то вот так. Ну, вот такая вот штука происходит. Давайте вот так вот сделаю, чтобы было нагляднее. Ну, вот так вот и живем. Лампа, видео, как мигает лампочка, я вам покажу отдельно, потому что на камеру было очень сложно поймать этот момент. Вот, но я его поймал, и вы его увидите, будет видео чуть.